Ребят, всем привет! Сегодня у меня токарная работа. Поступил заказ вытащить 10 болтов. М12, шаг 1,5. Длина резьбы 33 мм. Шляпки круглые. Эти болты пойдут под запрессовку и сварку. То есть фрезеровки сегодня не будет. Чисто токарные работы. На моем новом станочке с электронной гитарой. И на примере одного болта я сегодня вам покажу, как с этой задачей справляется этот станок. Точить болты будем с 18 прутка. Тоньше нету, а толще это уже роскошно. Ну вот уже что-то вырисовывается. Вот тут у нас получается будет шляпка. Вот тут мы отрежем потом. Вот до сюда где-то будет резаться резьба. Шаг 1,5. Сейчас вот эту вот часть протачиваем до 11,8. То есть 11,8 мм. И потом нарезаем резьбу. А потом отрезаем. Одиннадцать и восемь нам нужно. До нужного размера проточили. Не забываем снять фаски. Теперь настраиваем электронную гитару под резьбу. Метрическая резьба, шаг 1,5. Дистанция 33 мм. Так, метрическая резьба, шаг 1,5. Дистанция 33 мм. Много. 33 мм, отлично. Дальше. Резьба правая. Так, в ручном, сохраняем. Так, проверяем, правая резьба, шаг 1,5, 33 миллиметра. Включаем где-то на 200 оборотов, делаем холостой прогон и начинаем резать резьбу. Не забываем замыкать маточную гайку. Отлично. Все, начинаем резать резьбу. Ну все, друзья, резьба нарезана, в принципе, болт готов, осталось только его отрезать. Отрезаем. До конца отрезать не буду, чтобы не подломать пластинку. Сейчас еще чуть-чуть пройду и просто отломаем болт. Ну все, достаточно. Можно отломать. Теперь отторцуем, снимем фазочку и все будет красиво. Готовый болт. М12, шаг 1,5. Зажимаем, облагораживаем и болт готов. Все, болт готов. Если не снимать видео, то минут 10 уходит на один болт. Таких мне заказали 10.
За один болт я озвучил цену в 300 рублей, 10 болтов – 3000. Станок уже начал приносить доход. Друзья, станок маленький, много места не занимает. Ставь его хоть на балкон, и можно зарабатывать дополнительную копеечку. Вытащив 10 болтов, я заработаю 3000 рублей. Если без каких-либо отвлечений и заняться вплотную, то 10-15 минут на болт. Ну, грубо полтора часа. То есть за 10-15 минут я заработаю 300 рублей. Я считаю, это неплохо. Поэтому, друзья, кто заинтересуется таким же станочком, как у меня, ссылочку я обязательно оставлю в описании под видео. А на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока!